Если иллюминаты вернулись и сейчас находятся в Риме, мы устроим на них охоту и убьем их. Иллюминаты не применяли насилие до 17 века. Само это слово значит «просвещенные». Среди них были физики, математики, астрономы. Они были преданы научной истине, и их тревожили погрешности в учениях церкви. Но Ватикану это не понравилось, и церковь начала, как вы сказали, вести на них охоту и убивать.